Друзья мои, всем привет, с вами YouTube-канал Спорт РБ. Сегодня мы будем говорить и показывать четко, конкретно, сколько стоит и сервис обслуживания. Ничего лишнего, как говорится, без воды. Находимся мы в Италии, один из самых лучших горнолыжных курортов Италии. Погнали, смотрите внимательно и рекомендую вам подписаться прямо сейчас, для того, чтобы не пропускать самые лучшие моменты, спортивные моменты жизни на моем YouTube-канале Спорт РБ. Рекомендую вам приходить к самому началу. Как только открывается ворота эскалатора, подъемника вот этого, как только заходит первая нога человека на эти шикарные горы, сразу же становиться и гнать. Потому что очень хорошая трасса, не убитая, не укатанная, вообще шикарная. И людей вообще нету. Сейчас я вам покажу один из самых длинных маршрутов. Продолжительность его хрен его знает, но включаем программу Skate Trackers и погнали, смотрите внимательно. Это вчерашний мой день составил 67,9 км в час. Продолжительность трассы, спусков 15 было уклонов. Высота, на которой я сейчас нахожусь, расстояние 34 км. Я проехал, вот, нажимаем ее сохранить трек. Вот, да. Далее. Обновляем сегодняшнего дня. И погнали. Сейчас высота 2359 метров. Нет. Да. А хрен его знает. Короче, погнали. Но, ребята, рекомендую вам быть крайне аккуратным. Почему? Потому что здесь у некоторых лыжников достигает скорость 85 и 100 километров в час. Вы не представляете, если на такой скорости столкнуться, то 100% костей не соберешь. Ну а мы выходим на тропу и аккуратненько, тихонечко погнали. Я вам покажу маршрут, куда ты ведешь нас, что станет герой. Боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена, хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки. Лучше нет потенции, чем после тренировки. Тапа, перчатки, шингерты, борцовки. Время занятий физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, Буся, турники — лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так живут, кто у них слабого звена. Здоровье беречь с молоду, плевать на моду. Умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга, но лучшая девушка — это спортсменка. Поразить по скалам или горам, бег по утрам или вечерам. Много всего, если есть энтузиазм, несмотря на массовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ — это наша норма, хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного.
Видите, уже тут люди стоят. Открываем программу и смотрим. Скорость была у меня 69 километров в час. Это даже рекорд относительно вчерашнего. Расстояние 3 километра 200 метров был спуск. Высота сейчас 1741. Продолжительность спуска 6 минут. Вот так вот, ребята. И не выключаем. Движемся дальше. Поехали. Не забудьте подписаться на канал для того, чтобы быть в теме таких событий. Фитнес. Тяжелая атлетика. Единоборство. Огромный ассортимент спортивных товаров. Зайди на сайт. Не пожалеешь. bigsport.by.